тысячи единиц товара на полках, порядка 300 квадратных метров, одежда, обувь, текстиль и многое другое. Все это магазин для всей семьи, название которого говорит само за себя. Планета «Одежда, обувь». От такого ассортимента глаза просто разбегаются, но определиться с выбором всегда помогут опытные продавцы-консультанты. И размер покажут, и модель подберут. Здравствуйте. Беру два. Товара хватит для всех, ведь обновляется он несколько раз в неделю. И, конечно, соотношение цена-качество – важная составляющая для покупателя. И здесь это учли. В нашем магазине цены очень хорошие, на любой кошелек. Это уже сегодняшний день нашим покупателям видно. Планета «Одежда, обувь» – крупная сеть. Магазины открыты по всей стране. В Щелкове их теперь два. Первый расположен на улице Советской. И вот в торговом комплексе «Центральный» на Талсинской 1А состоялось долгожданное открытие. Покупатели уже смогли оценить удобное месторасположение и, конечно, большой выбор товара по доступным ценам. Вот такая вот шапка. Нам понравилось. Хороший выбор шапочек, недорого. Будем еще приходить. Я с покупками. Сапоги, пальто. Мне все понравилось. Замечательно. Очень нравится. И цены очень хорошие. Большой магазин, просторный. Можно все померить, посмотреть. Удобно. Внизу рынок. Можно подняться, продукты купить, зайти посмотреть одежду. Приятным бонусом в день открытия стала двухчасовая анимационная программа входа в торговый комплекс. В гости к юным щелковцам пришли их любимые сказочные герои. Также на улице можно было согреться горячим чаем, ну а на кассе покупатели ожидали сладкие угощения. Стоит отметить, сеть магазинов «Планета одежда, обувь» регулярно участвует в благотворительности, постоянный организатор различных акций. Так, в магазине на Талсинской уже в ближайшее время планируется раздача праздничных купонов. Победители определят методом лотереи уже совсем скоро. Десятки подарков от маленьких сувениров до бытовой техники и электроники получат счастливчики под Новый год. Так что это еще один повод заглянуть в магазин «Планета одежда, обувь». Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».